Морская навигация на территории региона завершится ориентировочно в первой декаде ноября. Сегодня в Нарьянмарском морском торговом порту идет разгрузка судна из Архангельска. Судно доставило в окружную столицу Генгруз. Это товары для народного потребления, а также материалы для благоустройства и строительства. В начале ноября ожидается прибытие еще двух судов из Архангельска и Мурманской области, которые доставят щебень, стройматериалы и товары для жизнеобеспечения населения округа. По словам главного инженера Нарьянмарского морского торгового порта Александра Гармаш, по сравнению с прошлым годом в регионе отмечается положительная динамика по грузообороту. На 31 октября 114 тысяч тонн. Из них 83 – это навалочный груз и 28 – генгруз. Ожидаем еще два судна на подходе. Генгруз 2200 ожидаем, и навалочного груза порядка 4000 еще придет. Два судна ждем. Добавлю, в прошлом году было принято 87 тысяч тонн. Закрытие морской навигации запланировано на 10-15 ноября.